В ближайшее время мы получили оборудование, которое связано с телемедициной. Вот эта система, которая называется Коребец КТГ Сигмофон, она предназначена для использования телемедицины за слежением состояния беременности с помощью записи кардиотокограммы, и которая может быть интерпретирована квалифицированным медицинским персоналом в дистанционном варианте. То есть этот аппарат, он переносной, он заряжается в автономном режиме. Женщина может его использовать сама. Это кардиодатчик, это база. Это токодатчик, он присоединяется к кардиодатчику, подключается. Здесь кнопочка есть. И по Bluetooth-системе связывается с смартфоном, который подключен к системе Коребец. Обыкновенный смартфон, вводится логин, пароль, подключается, и женщина может сама, а может и персонал в отделении, записать кардиотокограмму, которая отправляется квалифицированному врачу с целью расшифровки и с целью принятия быстрых решений.